Сегодня консульство России начало принимать документы на обмен загранпаспортов для лиц старше 14 лет. Записаться на прием можно только через систему электронной записи на сайте российского посольства. На странице записи сейчас доступно оформление загранпаспорта на 5 или 10 лет для тех, у кого уже есть российское гражданство. На получение гражданства записать можно только детей до 14 лет. После регистрации пользователь получает номер заявки и защитный код. Сейчас записывают на июнь. Каждый день будут появляться дополнительные места. Как нам объяснили в консульстве, из-за большого наплыва желающих сразу выбрать дату приема не получится. Рекомендуют ежедневно заходить на сайт и проверять информацию о предложенных датах. По интернету электронная очередь. Для меня это как темный лес, понимаете? Просить кого-то, ну, тоже люди все заняты, это же нужно посидеть. Там. У меня паспорт закончился, просрочен. Период пандемии вы... Да, и вот хочу сдать документы, но не знаю, куда и как. И мы страдаем, пожилые люди, потому что не у каждого есть этот интернет. Пенсионеры, говорят, привыкли обращаться по старинке, в порядке живой очереди, но из-за карантина сейчас это невозможно, объясняют в консульстве. Не консультируют и по телефону. Все сотрудники задействованы в работе по обмену паспортов. Прием 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу. У оформителей бланков сегодня большой наплыв людей. Многие стремятся пораньше подготовить необходимые документы, но часто просят помочь записаться на прием. Тут с этим помочь не могут. Основная проблема в том, что большая часть пенсионеры, и, к сожалению, не у всех есть возможность записаться на продление паспорта. И вот с этой проблемой приходят, но мы, в частности, не занимаемся этим, объясняем, потому что, возможно, дети, родственники. Для тех, у кого срок загранпаспорта истек в период пандемии с 17 марта прошлого года по 30 июня этого года, предусмотрена отдельная электронная очередь без уплаты консульского сбора. Остальным необходимо оплатить обязательную процедуру проверки российского гражданства. Она стоит 1170 леев.